Борьба за жизнь. М? Борьба за жизнь победит. Оса напала на жучка, на гусеницу. Я никогда такого не видел. Она именно какой-то яд впрыскивает, как это, как паук. Вот это да. Ну, она просто мучает его. Не, он его усыпляет. Он грызет его. У него конкретно, если подлетел раз, коршун такой. Нет, что там, не знаю, шляпа там с цветочками. Не, ну это просто интересно. Да, любопытство. Пчела загрызает, оса загрызает. Как они по-английски звучит. Борется. Гусеница. Жалко, у нас чего так нет. Да. Такое сейчас хорошо бы так. Мы можем, правда, на пальцах повторить. Или просто повторить. Можно. Улетела. Но она явно вернется. Когда жертва. Она уже кусала, она уже. Закусала бедную гусеницу. Пошла в сторону себе, поели. Наелась она, да? Вот она. Сейчас вернется назад. Пчелка летает, летает. Вот оса, вот она. И вот она возвращается. Ну, это же еда, добыча. Угу. Теперь сейчас захватит целую осу, целую гусеницу и потащит в небесах. Полетит. Вот тут муравей рядом хочет покушать тоже. Ну, все. Оса свою добычу, надо же. Так как осы мух тоже кушают, оказывается. Вот так жизнь, борьба за жизнь идет. Каждый выполняет свою карму, свою дхарму. Бедная гусеница покинула, душа гусеницы покинула тело, чтобы воплотиться в следующем образе. Довольная оса поедает свой просад. Тут и муравьи тоже хотят поживиться. Тоже добыча есть, всем хватит. Сейчас тут стая муравьев прибежит и осу прогонит. Ну вот они уже собираются толпой. Оса, не жадничай. О, друзья пришли на помогу. Закон джунгли. Это было на Днестре. Днестр. Заречки. Тернопольская область. Город Заречки, Украина. Полноводье.